Тюльпаны. Нормально. Живые. И померзли. Смородина тоже нормальная. У кого в этом году померзла хурма? Думаете, ни у кого? А вот и нет. Наверное, она у меня померзла. Теплица была закрытой, и было тепло. Прогрелась хорошо, и почки немного тронулись в рост. А потом было похолодание. Ночью было, может, минус 5, может, немного больше даже. И, наверное, это похолодание почки попробивало, и они попропадали. Не зеленое такое. Сами ветки, наверное, тоже пострадали от того, что они уже как бы немного расти думали, а тут похолодание. Как бы с одной стороны есть соблазн начала ранней вегетации, и раньше зацветет, и плоды доспеют лучше осенью. А с другой стороны, заморозки могут потом эту всю раннюю вегетацию просто убить. Такое, как мертвая почка. Так что, наверное, надо весной теплицу открывать, и чтобы было в ней довольно прохладно, и раннего начала роста, чтобы не было. Такие вот дела нехорошие. Ну, посмотрю, где оно что отобьется или не отобьется. Пойдет что-то где-то в рост. Какие-то спящие почки или какие там, не знаю. Ну, пока ситуация такая плачевная. Будет видно. Говорят, у хурмы нету вредителей. А вот долгоносики так не считают. Вот этот листок уже подъеденный немножко.
чем мы здесь занимаемся. Здравствуйте. Как ваши дела? Вкусно, невкусно? Ну, вроде такой, как подъеденный вот этот. Что вы продолжаете свои дела по поеданию? А, притворился мертвым. Ну, конечно. Это хороший метод защиты. Притвориться мертвым. Здесь еще какие-то гости. Вы кто такие? Чего хотите? Просто посидеть или поесть? Думал я, только у меня такое с хурмой. Но почитал Facebook сегодня. У других людей тоже такое явление есть. Я думал, это у меня из-за теплицы, что в теплице рано прогрелось и слишком ранняя вегетация началась. А у других людей и без теплицы то же самое явление есть. Так что... Как бы, ну, моя теплица повлияла. Получается, теплица, она зимой как бы и полезна, что от выхолаживания ветром защищает. А весной как бы теплица уже и не очень полезна. Потому что она способствует раннее начало вегетации, а потом как бы заморозки. Такое вот крайне нехорошее явление получается. Будет видно, что оно дальше будет.